Джаз на Дніпрі, міжнародний музичний фестиваль, от-от почнеться. Він буде третій за новим відліком після відродження і водночас відсвяткує ювілей. Це почалося 50 років тому під назвою «Юність-68». Друге життя після довгої перерви фестивалю дали у 2016-му, після перерви у 10 років. Тоді було більше скептиків, сьогодні, здається, більше оптимістів. Чи справді фестиваль пішов, чи нам тільки здається, бо ми не знаємо закулісся? Анна Рускевич, арт-директор фестивалю «Джаз на Дніпрі», наша гостя сьогодні. Отже, спробуємо дізнатися більше. Добрий вечір, наші гості. Итак, действительно ли с организацией вам стало проще с 2016 года или нам только кажется, потому что мы не знаем закулисья? Ну, безусловно, конечно, третий раз проводить фестиваль проще, чем первый. Тем более, что мы все-таки уже смогли начать достаточно заранее. И команда у нас расширилась, появились, в общем-то, очень толковые профессиональные люди. Поэтому, да, в целом, конечно, проще, но, с другой стороны, и масштаб фестиваля растет, поэтому требования сказать, что, да, да, что что-то идет по накатанной и, в общем-то, очень легко и просто, я не могу, конечно. Каждый раз, каждый год мы решаем какие-то новые задачи. А кардинально новое что-то в этом году будет? То, что потребовало от вас каких-то усилий неимоверных? Или, может быть, вы от чего-то отказались, что было сложно в прошлом году? Ну, наверное, от чего нам приходится иногда отказываться, конечно, когда фестиваль только, в общем-то, стартует подготовка, то я в своих фантазиях вижу программу каким-то вот определенным образом, вижу определенных участников. А когда мы сталкиваемся уже непосредственно с расписанием артистов и с возможностью нашего аэропорта, то приходится, в общем-то, программу менять и искать какие-то, в общем-то, другие интересные ходы, замены. Это, безусловно, сложно. Ну, как я уже сказала, у нас, ну, меняется масштаб, поэтому, естественно, сама площадка, она уже несколько иначе обустроена. Все время что-нибудь туда приносим, дополняем. Ну, я не скажу, что что-то нас... должно быть, ведь должно же с каждым годом там учитываться. Да. Просто это жизнь, естественно, на месте ничего не стоит. То есть в этом году будет удобнее сидеть, стоять, слушать, я не знаю, кушать, выпивать, кому нужно. Ну, я надеюсь, что удобнее. У нас будет несколько уменьшенная территория фан-зоны, и зрительные места будут находиться ближе к сцене. Опять же, ресторанная зона на трибунах будет оформлена иным образом. И сама ресторанная зона площадки будет несколько дальше от зрительного зала, чтобы не мешать людям, которые слушают музыку, там какими-либо там запахами или посторонними, в общем-то. Да, там была готовка в прошлом году, да? Да, да. Кроме того, ну, на территории фестиваля у нас будет организована фотовыставка Марка Милова, посвященная 50-летию джаза на Днепре. То есть это будет, я думаю, достаточно приятный променад. Будут интересные фотозоны от наших партнеров. Мне кажется, да, что на самой площадке, помимо прослушивания музыки, будет чем заняться, должно быть интересно. А вот вы упомянули о фан-зоне. Я знаю, что многие очень были довольны вот наличием вот этого отрезка на песке, где можно было сидеть прямо на песке. Ну, это сильно как-то вот романтично, и джазу это, мне кажется, очень подходит, вот так слушать Днепр вечером. Будет меньше эта зона? Она будет несколько уже, вот, но она никуда не денется, потому что, безусловно, фан-зона – это изюминка нашего фестиваля, но мало на каком фестивале можно купить достаточно по доступной цене билет и оказаться непосредственно недалеко от самих артистов, недалеко от сцены. Вот, и мы по-прежнему настаиваем на том, что у нас свободная, демократичная атмосфера, поэтому, конечно, все люди могут себя чувствовать на этой территории. Ну, это такое единое сообщество, и там не только люди, купившие билеты фан-зоны, а люди со своих зрительных мест в зале тоже поднимаются и перемещаются. Можно было, да, как-то нет, конечно, двигаться. Да. Вечером это было очень здорово, я помню. В основном фан-зоны на других фестивалях, они
где-то находятся в менее удобных местах, а первые ряды, самые дорогие билеты занимают места непосредственной близости от сцены. Но мы решили сделать несколько иначе, тем более, опять же, есть всякие акустические особенности. Естественно, мы понимаем, что люди, купившие дорогие места, сидят там, где звук звучит наиболее качественным образом. Мне почему-то кажется, может, я ошибаюсь, исправьте меня, что должно быть больше желающих прийти на фестиваль, чем в прошлом или позапрошлом году. И поэтому вы должны, наверное, по количеству мест рассчитать больше возможностей. Так и есть. Так и есть. Вот, на самом деле, это же одна из целей нашего фестиваля – увеличить джазовую аудиторию в нашем городе. То есть мы очень хотим пропагандировать хорошую, качественную музыку и дать возможность людям познакомиться с самыми лучшими образцами того, что сегодня есть в джазе, и вообще в музыкальном мире. Зал несколько преобразован, как я уже говорила, там действительно больше мест. Но я должна сказать, что в 2016 году у нас на второй день фестиваля после первого дня пришло значительно больше людей, чем первый, и в 2017 году пришло больше людей, чем в 2016 заметно. Хорошая тенденция. Да, да, и сейчас тоже, в общем-то, на самом деле билеты уже на исходе, там не очень много их и осталось, я думаю, что... Я надеюсь, что у нас будет аншлаг. То есть перед входом, перед началом концерта купить билеты будет невозможно? Будет возможно. Мы оставили небольшой резерв мест в фан-зону. И вот такие входные фактически билеты, они будут в продаже, но, по-моему, по цене 400 гривен. Угу. Вот, то есть перед самым фестивалем можно будет еще попасть. Это на день, на один день. Да, билеты продаются на каждый день отдельно, не да. на два. Так и было. А вот правда ли, что наш аэропорт, вернее, фактическое его отсутствие, очень нарушает, насколько нарушает проведение международного фестиваля? Я догадываюсь, эта проблема очень больная. Вот насколько вам помешало это? Очень серьезно помешало у нас. Весь первоначальный сет артистов-хедлайнеров фактически был в результате заменен, потому что когда зимой стали выстраиваться европейские туры, оказалось, что к нам не успевают долететь из Англии, к нам не успевают долететь из Мальты, из Португалии, в общем-то... Это еще не Америка, да? Из Америки, из Америки как раз еще, если люди летят, там уже понятно, они просто летят к нам из Америки. У нас много таких музыкантов. А вот те артисты, которые мы рассчитывали, заедут к нам в процессе своего европейского тура, когда тур уже приобрел четкие очертания, оказалось, что просто не успевают к нам добраться. А кого потеряли? Вот назовите. Сесиль Маклорен Салон, например. Из-за того, что... Да, двукратная обладательница Грэмми, одна из самых интересных молодых вокалисток джазовых. Джон Пиццарелли. То есть, если бы у нас были удобные условия, мы могли добираться к нам хорошо и быстро, и напрямую, мы бы имели больше звезд, скажем так. Дэвид Санборн тоже, к сожалению. Очень надеюсь на его приезд в следующем году. Так, давайте о хорошем. Фестиваль-то юбилейный. Какие-то изюминки. Я слышала, что будет такая неоднозначная фигура, будет Мария Максакова в этом году. Да? А в прошлом году она была гостьей, я помню, там по фотографиям. Да? В этом году уже участница. Все-таки формат другой, она певица оперная. Как это войдет в ритм фестиваля? Сможет ли это ее, собственно говоря, возможности? А вот что предлагается? Что вы зрителям предложите? Зрителям мы предлагаем эксперимент. Угу. Посмотреть, как Мария Максакова справится с джазовой музыкой и с джазовой аудиторией. А у нее это первый опыт будет? Или нет. Есть? Я знаю, что несколько лет назад она записала компакт-диск с Георгием Гороняном. Но на нашем фестивале будет совершенно другая программа. То есть музыканты, с которыми она будет работать. Фактически это получилось в данном случае продюсерский проект фестиваля, потому что Мария высказала желание попробовать свои силы в джазе. И мы начали с нуля. Сейчас готовятся аранжировки оперных арий в джазе и джазовых стандартов под оперный вокал. То есть премьера программы абсолютно, в общем-то, для нас неожиданность и сюрприз. Я думаю, что это будет изюминка, как минимум
мы удовлетворим свое любопытство. Да, ну как минимум это необычно. И нам будет что обсуждать. А вот вы очень часто повторяете в интервью, что одна из главных ваших задач – это не дать зрителю соскучиться, да, чтобы вот не было скучно. Очень часто зрители хотят повторов. Есть уже полюбившиеся исполнители там с прошлых лет, да, те, которые побывали в 16-м и в предыдущем году. А стоит ли идти у зрителей на поводу и там приглашать тех, кого любят, или давать все-таки возможность соскучиться, делать перерывы и так вот, кормить кем-то новым? Ну, во-первых, зрителей у нас много, и мнения у них у всех разные, поэтому на поводу у них идти не получается. Все тянут в разные стороны. Вот молодые говорят, давайте меньше стариков, старые говорят, а как же, это же классика, мы хотим больше вот, ну, традиционной музыки. Поэтому, конечно, мне приходится в прямом смысле затыкать уши, закрывать глаза и стараться абстрагироваться от всех миллионов пожеланий, которые я получаю и в личном общении, и на страничке в Фейсбуке. Ну, вы же учитываете, ну, какой-то баланс пытаетесь же соблюсти, наверное. Ну, скажем так, это в любом случае наш фестиваль, это не концерт по заявкам. Поэтому я учитываю, действительно, как вы уже отметили, что очень важно, чтобы люди не заскучали. Я смотрю, ну, кто из музыкантов, например, получил какой-то особый отклик. Вот, например, абсолютно уверена, что у нас к нам приедет еще Джо Ди Франческо, и к нам приедет Николь Рошель, потому что, несмотря на то, что, в общем-то, она не является звездой там первой величины с какими-то очень статусными наградами, было, да, здорово, но, судя по всему, публика в нее влюбилась, и, в общем-то, ее ждут, поэтому, безусловно, реакцию публики я учитываю. А Майкл Мвенса? Ну, я думаю, тоже. Вот в этом году как бы, мы разминулись, но, с другой стороны, это нам дало возможность пригласить фактически из очень интересной программы и на роль ведущего замечательного Алана Харриса. Поэтому посмотрим. Вот, кстати, а что с ведущими? Я считаю, что это очень важный вопрос. Кто, кто в этом году нас будет подводить? Ну, нас, я думаю, ведущие не подведут. Нет, это я такой наш термин телевизионный. Подводить – это говорить подводки, да, под исполнителей. Ну, мы решили не менять формат ведущих, потому что, опять же, я знаю, что зрители критиковали ведущих и в первый год, и я с этим не совсем согласна. Вот, в частности, я даже вот, как бы, просматривая материалы, должна отдать должное Ольге Казначеевой, которая подготовила, ну, много очень интересных подводок, как вы говорите, к выступлениям музыкантов. В прошлом году у нас была Яника Эмерилла и Майкл Мвенса. Мне кажется, это был очень необычный дуэт, яркий, красивый, очень харизматичный. Вот. И есть некоторые нюансы, которые, ну, наверное, это была наша ошибка, что мы отказались от синхронного перевода, потому что, несмотря на то, что Яника владеет английским языком, но трудно и общаться с публикой, и реагировать на реплики Майкла, и одновременно же при этом переводить это, ну, практически невозможно. Поэтому в этом году, да, ведущим будет помогать синхронист. Будет переводчик. Да, ну, а так по-прежнему красавица Яника и, в общем-то, элегантный, харизматичный, популярный джазмен Алан Харрис. Ну и коротко, вот что будет с мастер-классами? Были ведь тоже предыдущие годы, были очень интересные, были открытые концерты, может быть, детская программа. Что-то планируете с этим? Да, конечно. Ну, детская программа и в субботу, и в воскресенье в парке Шевченко, неподалеку от детской площадки, будет как бы детская анимация «Дети дней под джаз», мы ее так называем. Поэтому, ну, наверное, будет немножко она изменена относительно прошлого года, но содержание и смысл этой затеи остается прежним. То есть познакомить маленьких жителей города с джазовой музыкой, и, возможно, кто-то из детей, как и в прошлом году, захочет продолжить обучение и запишется в музыкальные школы. А мастер-классы в Академии музыки будут тоже в субботу и воскресенье в 11:30 оба дня. Первый день это будет известный польский джазмен, саксофонист, аранжировщик, и он же организатор очень крупного польского фестиваля «Джаз энд Шецен» Сильвестр Островский.
И после мастер-класса Сильвестра Островского будет еще не очень длинная, но тем не менее, можно сказать, лекция и презентация проекта «Джазовые города-побратимы». К нам приезжает Чепту Касетани Бакнер, такое необычное имя у этой женщины. Эта женщина долгое время была директором Американского музея джаза в Канзас-Сити, и сейчас вот она президент и основатель организации джазовых городов-побратимов. Вот я так надеюсь, что наш город примкнет к этой организации. Вот, да. Так что это будет начало какого-то большого международного пути, в том числе для нашего фестиваля. Надеемся, очень надеемся. Я думаю, что о программе и об исполнителях мы расскажем подробнее в течение недели. Еще спасибо на сегодня. 21-22 даты решили не менять, да? Там были разговоры о том, что на День города, возможно, вот, перенести. 20 июля на набережной будет фактически первый день нашего фестиваля, концерт, посвященный 50-летию джаза на Днепре с участием буквально всех корифеев джаза, кто в этот день смог оказаться в нашем городе. И в 17:30 будет начало. И в финале этого концерта будет финал конкурса «Джаз на пирсе». Здорово. Ну, будем смотреть, слушать. Спасибо за визит к нам в студию. Будут у нас еще рассказы, мы расскажем об исполнителях. Спасибо на сегодня.